58-летняя Мадонна все чаще мелькает на светских мероприятиях и шумных вечеринках с алкоголем. Мадонна снова поразила поклонников скандальной выходкой, певица в нетрезвом виде пришла на фотовыставку в одной из галерей в Великобритании. Держа бокал вина в руках, Мадонна улеглась на пол и высоко задрала ногу, потом начала фотографироваться возле своего портрета, пока с ней на пол не уселся фотограф Мерталс. Исполнительница немного утихомирилась.